Ты, не теряя времени, начнешь лечение, Хюрем. Рустем-паша подготовил источник, и целительная вода тебя исцелит. Главный лекарь рекомендует принимать процедуру дважды. Болезнь отступит, если я буду с тобой. Меня ты один исцелишь. Повелитель. Говори, Ферхат. Алимэ-Кадын уже ждет, Хюрем-Султан. Источник готов. Хорошо, можешь идти. Я не хочу расставаться с тобой даже на миг. Пора, надо идти на воды. Сомневаюсь, что Бурса мне здоровье вернет. Но ты здесь успокоишься, Сулейман. Иншаллах, эти целебные воды вас исцелят, госпожа. Иншаллах, Хатун. Однако у меня на выздоровление надежды мало. От этой болезни спасения не существует. Что поделать? Повелитель запрещает мне даже говорить об этом. Я приехала сюда только, чтобы его успокоить. Аллах вас не оставит, госпожа. Если будете надеяться, болезнь отступит. Молитесь. Исцеление человек получает, лишь обращаясь к своей душе. Лишь после этого тело обретает силы. Не стоит в уныние впадать, госпожа. Вам нужно отдохнуть, и все наладится. Я не собираюсь ссориться с тобой и не хочу тебя огорчать. Ты думаешь, что можешь огорчить меня еще больше? Фидан, иди займись своими делами. Захотелось меня поверженной увидеть. Оцените результаты своих усилий. В моем дворце достаточно хороших дорожек для прогулок, да? Хотя и дворцом это назвать нельзя. Кроме бедного Юсуфа и моей служанки Фидан здесь больше никого нет. Да и не нужен никто. Я вижу, как ты собой гордишься. Рада, что твой враг в унизительном положении. Как мать, которой было суждено детей потерять, я адские муки терплю. И сейчас
Я пришла искать примирение с тобой. Погубив Мустафу, ты надеешься, что я тебя прощу? Ты моего сына убила. Махидевран. А за смерть Мехмеда с кого мне спросить? А кого мне винить в смерти Джахангира? Поможет ли это нашу боль унять, если мы теперь убьем друг друга? Ты зачем явилась, Хюрем? Я скоро с Джахангиром и Мехмедом воссоединюсь. Конечно, я хорошо осознаю свою вину. Но я хотела бы покинуть этот мир, покончив с нашими счетами. Махидевран, я хочу очиститься от всего сейчас. Мои обиды я забыла. Я прощаю тебя. За твои грехи тебе воздаст Всевышний. Ты готова? Ты сможешь простить меня? Я прощаю, Хюрем. Я прощаю. И я обиды забуду. Ты тоже за свои грехи будешь перед Всевышним держать ответ. Да хранит тебя Аллах. И тебя. Достаточно, Алиме Хатун, прошу тебя. Алиме Хатун, ты же видела десятки, сотни смертей. Я принимала сотни родов. У меня на глазах сотни людей испускали последний вздох. Аллах так распорядился моей судьбой, госпожа моя.
Обычно так и происходит. Джихангир и Мехмед тоже пережили подобное. Слышали, как смерть произносит их имя? Мне неведомо, госпожа. Я видела много смертей. Однако сам человек лишь на пороге смерти находит ответ. Мне вот что интересно. Достопочтенный Руми говорит, что смерть каждого из нас имеет свой цвет. Моя смерть какого цвета? Тебе лучше? Лишь когда ты рядом, мне становится лучше. Не волнуйся за меня. Я удивительный сон видела. Надеюсь, это к добру. Сулейман, я уже столько дней сижу в этой комнате. Хочется по саду пройтись и вдохнуть свежий воздух. Ненадолго. Выйдем, немного погуляем. Пойдем, если ты хочешь. Жизнь прекрасна. Кто-то птица, кто-то цветок. Какая разница? Мне выпало быть Хюрем и найти свою любовь. Спасибо Всевышнему. Время течет так быстро, словно песок сквозь пальцы. Смерть уже напевает мне свою песню. Сообщи нашим детям, Сулейман. В твоих объятиях и среди близких я спокойно ее встречу. Отвези меня домой, Сулейман. Я готова. Каждый год своей жизни я проходила сквозь круги огня. Умирала,
и вновь воскресала. Более сильной, более могущественной, с гордо поднятой головой, я сама стала огнем. Я узнала, что за могущество приходится дорого платить. Кинжалы, яды, предательство, бремя лет, обернувшись болезнью, окутывает мое тело. Я непобедимая Хюрем-Султан. Я птица Феникс. Я умираю в последний раз. Когда-то увидев этот город впервые с корабля, я сказала, вот он, османский ад. Но оказалось, что и город этот, и дворец мой дом, что это рай, неспосланный мне на земле. Ты мой земной рай, Сулейман. Сулейман хан Хазретлери! Повелитель, с приездом! Мехримах, луналикая моя. Мое солнце. Здравствуй. Как вы себя чувствуете? Ничего, тебя увидела, стало лучше, Михрим.
Госпожа устала. Ей надо отдохнуть с дороги. Потом поговорите. Госпожа, госпожа приехала. Открой же скорей. Сюмбюль. Госпожа, мы все так счастливы, что вы уже вернулись с приездом. Сюмбюль. Госпожа. Мой милый Сюмбюль, как я рада видеть тебя. Я ведь тебя очень обидела. Но я обо всех своих словах сожалею. Каких, моя госпожа? Я, убей меня, Аллах, ничего не помню. Да разве я смею обижаться на вас? Мое сердце, как и всех ваших подданных, для вас бьется, госпожа моя. Главное, чтобы вы поправились. Ради этого я любые муки готов терпеть. Нет, я уже не поправлюсь, Сюмбюль. Кыш-кыш! Кыш! Вот проклятые голуби, удушил бы. Убираешь, убираешь, а они все гадят, пакостники. Прости, Аллах, и помилуй. Госпожа, что это с вами? Сама не понимаю, Сюмбюль, не знаю. Ночью у меня будут какие-то звуки. Шелест крыльев все слышу. Каждый раз оглядываюсь, смотрю вокруг. А ни птицы, вообще никого нет. Да, вот дела. Но я надеюсь, это к добру, иншалла. Хотя, честно, я не знаю, госпожа, что вам и сказать. Хотите, я позову нашего звездочета? Это ни к чему теперь уже. Простите меня, госпожа. Но подобные слова не пристали той Хюрем-Султан, которую я знаю. Хюрем-Султан, перед которой все трепещут, которую неудачи и невзгоды делают только сильнее. Сказал, я не могу и не хочу в это верить. Госпожа моя, повелитель вас ждет вечером на ужин в главных покоях. Мехримах, Хюмашах тоже надо позвать. Скажи ей, проведем вечер все вместе.
поужинайте с повелителем вдвоем. Ну, а я всегда теперь буду с вами.